Музыкальный продюсер Анджела Хачатрян заявила, что ей стыдно за то, что творит Филипп Киркоров. «Мы много лет дружили с Киркоровым. Я его сынком называла, а у меня мама. Но сейчас мне противно смотреть на такое его поведение. Мне стыдно за него. Так и напишите. Филипп, сынок, что ты творишь?» Каждый человек имеет право на личную жизнь. Но не надо ее выносить на экраны. Продюсер отметила, что дружит с геями и считает их людьми с хорошими манерами, этикой, своим кодексом чести. В 80-е и 90-е артисты нетрадиционной ориентации тоже выступали на сцене. Им приходилось скрывать свои мысли и чувства, иначе бы их не выпустили в эфир. «Никто так беспардонно и вызывающе себя не вел», – подчеркнула Хачатурян. Она призвала отозвать у телеканала Муз-ТВ лицензию на вещание. А лишить ли самого Киркорова звания народного артиста России, пусть решает общество. Напомним, что на премии Муз-ТВ Филипп Киркоров и Давид «Дава» Манукян вышли на красную дорожку в свадебных костюмах, а «Дава» подарил Киркорову красную розу на манер шоу «Холостяк». Подписывайтесь на наш канал и смотрите новые видео.